Ну вот, вижу вас. Всё есть, да. Так не, Максим и до этого заходил у нас, типа, были ну, шатунки. Что-то пошло не так. В нижнем углу, да. Вот, вот эту, бля, вот это золото надо больше как-то ценить, блядь. Иван. Дрободан этот, блядь, с выстрела прямой руки, он вообще очень хорош. Да. Он супер, блядь, хорош. И перезаряжается просто. И перезаряжается очень просто, да, типа, читай, вставил, быстренько рукой взмахнул, бам, все. Пойду посижу пока. Давай. Почитаю чат. Наоборот, как-то постоять больше хочу, потому что холодно. Надо это самое разогревать организм. Разогревай, разогревай. Так. Ага. G12, да, похож. Когда будет загон Гориллу так? Да я, блядь, не очень хочу играть в Гориллу так. Гориллу так весьма примитивная игра. Гориллу так веселая. Я бы в нее с удовольствием поиграл, когда веселая будет комната побольше, блин. Я бы поиграл вот в этот батл рояль с удовольствием подольше. Не, сейчас смайлики добавлять. Хотя я могу. По факту я могу. Сейчас. Бля, что-то у меня какая-то нахуй шишка на ноге, когда напрягаю ногу, блядь, такая. Бухает, блядь, немного. Добавляю страшно смайлики с VR, ну вы представляете, да? Какой уровень. А, блядь, лучше бы не расшибиться, нахуй. Увы, блядь. Умерчик. Увы, не успел, да. Вернуться в игру. Сейчас куда-нибудь съебаться надо по-быренькому отсюда. И сидеть дальше отдыхать. Вот за эту вышку встану и все. Ах, сука. И похуй мне. Опа, блядь. Сколько там до начала? 2 минуты, да, охуеть. Да, хуйня. Вовремя я сел. Не хуйня. Вообще не хуйня. Правда, не хуйня. Манерный лорд будет сегодня? Блин, не уверен, кстати. Рано или поздно он точно будет, но вот когда? Не, блядь. У меня был квест 2, но я его продал. Стоит третий брать. Можешь посоветовать. Зачем ты продал второй? Какая причина была? Тебе не понравилось или что? Ого, блядь. Ебать, а есть такой сетап? С двумя глоками автоматическим, блядь. Это же топ сетап, блядь, в МВ2 был вообще с двумя глоками. Я, честно говоря, я не почувствовал разницу между вторым и третьим квестом. У меня что тот, что другой одинаковые. В тирах. Да, Гаксер, как поставим додос защиту, так и пойдем. Потому что сейчас, если я зайду, опять будем неделю куковать. Это если коротко. Во, вот это вот ебанутый вообще, блядь, монстр. Угол обзора не больше. Ну, чуточку может быть. Вот это вот самый опасный противник, который выпрыгивает на тебя и так стреляет сразу, блядь. Угу, я уже показал этот прием, блядь, сегодня. Тут чел с двумя глоками просто в двух руках выпрыгивает и ебашит, как сумасшедший. Это вообще жесть. Как сумасшедший, нахуй. Накрутился 4090 на новой квесте, рад. Ну да, о чем мне ебаться? Нахуя мне же использовать железки квеста и дефолтные его настройки, когда я могу накрутить его? Так, шо у нас? Дышим, блядь. Вот бы наш городишко был в зоне. Old Town. Old Town, да. Сейчас детишки. Да нет, такие нормальные вроде бы. Ребята, Old Town наш. Old Town наш, да? Наш. Сразу в эту часть буду падать подальше. Ой, там еще и лут апнутый, слышь. А мне как... А, ну это не... Бля, мне почему-то думают, что это боты все-таки. А, красные, типа, что это боты? Может быть. Ну иначе как бы они отображались по факту? Слушай, да ну вроде как мы должны долететь. Улетает оружие очень сильно, глок именно вот этот, когда с одной руки стреляешь. Ладно, ребят, я, наверное, сейчас погнал. Будешь ждать. Уже?
Да. Я что-то еще чуть-чуть подпролечу, наверное. Подпролети. Вот сейчас уже можно. Знаешь, какой приемчик можно здесь использовать? Mm-hmm. Находить вышки ебаные, которые поднимаются канатом, выпрыгивать на них, максимально быстро приземляться впереди, и потом залетать на этой вышке, взлетать, еще дальше лететь, понял? Если тебе нужно куда-то добраться. А ну, от самолета далеко. Да, мне кажется, тут, знаешь, ну это прям пиздец, надо куда-то супер, прям в самый конец на берег лететь, чтобы тебе не хватило парашюта. Нет, если ты хочешь опередить кого-то, например. Вот сейчас мы летим, долго планируем, а какой-то тип может гораздо быстрее нас упасть, набрать нужную ему высоту, отсоединиться и долететь как надо, чем мы вот изначально летим. У нас вот слева, внизу... Под вами тип справа. Ну, между вами, да. Ну, слушай, вот с нами летит как будто кто-то далеко. Вот над тобой сзади. А нет, над Хеем сзади. Да-да, один сзади летит. Тоже что-то задумал, сука. Угу. Мерзкий ублюдок. Я на дальнюю часть упаду, там где теннис играют. Спасибо, террайзер, большое. На самую дальнюю, где в теннис играют? Ну да, вот слева верхняя, левый, ага, верхний угол. Я тогда вот на дальнюю правую. Дайте я на... Вон туда примерно. На кольцо, где там. Опа, я на денежный ящик упаду, ребят. Ну да. Алло? Ой, у меня небольшие тех проблемы, но с нами есть чел. Есть, да? Он говорил, я... Да. Да, блядь, возьми деньги, заебал. Да, блядь, как долго он берет деньги. Бля, прикольно, оружия в доме вообще нету, блядь. И, походу, блядь, даже переступить не может. Ага, нет, есть АКМчик, нормально. О, компенсатор, это хорошо. Ну, у меня ходит кто-то. У тебя Кей рядом. Ну, не так уж. Нет, да. А, я вижу его. На втором этаже красного здания. Я пикать туда больше не буду. На втором этаже вот этого здания? Трудно сказать, забей. Но вот недалеко от меня красное здание есть. Вот он там был. Ну, его надо убивать, блядь. Ну, у меня пока нечем. О, меня ебашит, прикинь. Может быть, ты слышал как раз откуда. А, вот я походу шарю, где он. Я пока подлутываюсь. Меня пушит? Ага, он у меня, он рядом передо мной. Так, я сейчас бегу по улице. Он видел меня. Так, иду. Он, блядь, так, ну гений, сука, а. Еще, да, у тебя там рядом, тип. Меня убили, если что. Прям убили, нахуй? Ну, убили, да. Окей, тогда спешить некуда. Мистер, блядь, без Пишет? Ошибок вообще. Вот кто? Стокнул одного. Да, вот это он был. Так, блин, переступи ты через... Так, это я сейчас. Так, я съебываюсь в пизду. Yeah, I got one, but one got me. Это ты со мной, да? Да, внизу. Дикой поставил, так, дебильный. Так, кинул гранату, это обнаружение, тип. В смысле, это я дикой поставил. А, это дикой, ну ладно. Просто там облако синее было. Ну да, там написал бы your detected, если бы это было. Но оно не попало по мне. Да, у меня нету реально патронов. С патронами вообще как-то беда. А что, медящик вообще есть в этом? Вот медящик, бери, если что. Нет, ну в смысле медящик, чтобы меня выкупить, я имею в виду. Найдем. У нас сейчас просто файт же. 2-2 мы, кажется, остались. Так, о, нашел, блядь, апгрейд для армора, прикинь. Просто на полу. Блядь, короче, я понял, хуёво лутаться, да, левой рукой. Так, медящик. Не видать. Есть. Не видать. Он на горе есть еще вон там. Угу, 430 метров. Опа, хороший контракт. Так, давай-ка нахуй сразу отсюда. И что? А что ты одеваешь? Где он? Чё? Извините, у меня тут какой-то шок происходит на самом деле. Культурный. Дели-пап.
Бега таблиц. Так, нашел эмочку, поиграю с ней тогда. Казик. Так, я пошел обвешу себе тут пушку. Патронов куплю. Тебе купить что-нибудь? Деньги есть. 14 тысяч денег. Купить тебе что-нибудь? Патроны, ручки. У меня 7 тысяч есть. Окей, закупайся тогда. У вас очень недалеко от вас падает аирдроп. Ну, сейчас тебя скорее хотим резнуть, а потом уже со всем остальным разбираться. Не, ну мало ли там есть по пути. Чего, патроном? Нормально. 30 на 240, а еще у меня чешется очень сильно. Лобик. Так, что, пошли Мишу выкупать тогда? Да, пойдем. Вот вы вот буквально бежите. Ага, я вижу. Вперед. Да-да-да, мы сначала тебя выкупим, потом тогда аирдроп возьмем. Окей. Че по зоне? Наша хуйня отлично в зоне. Подожди, так справа ближе, вон 300 метров ближе, вон справа, я на зоне. Да, да, действительно, погнали. Лучше туда. А ДМР-ку-то патроны есть? Нету. Парк развлечений какой-то. Да, там динозавры. Вернемся да сейчас в город. О, тут есть этот тирлут. Слышь, выкупи тогда Мишаню, а я пойду. А, так оно здесь. Да, давай. Оно здесь, слышь, оно. Нет смысла. Пушка вот коробка. Пушка, бомба, коробка. Как раз Мише дадим. Хоть бы райфл был. Да, М-ка, найс. Сейчас, Миша, тебе так ее обвешу, охуеешь вообще. А, патрона не хватает. Забыл купить, кстати. Получается, я... Апгрейд для костю... А, так у меня и не было. О, кластерка. Выкупил? Да, лечу. Можешь на меня падать, Миш, сразу. Угу. Хилка. Прям с... Угу. Да, вот как мы поступим. Тут... Поднимемся повыше, ладно, тут проваливается в текстуру. Да, это лучшая идея будет. Две пластины брони. М-ка. М-ка. Угу. 120 патронов. Должно хватить тебе, мне кажется, для всё? Начала. Спасибо, вообще отлично. Все, возвращаемся в городище. Липка, тогда. Прицел, все как надо. А есть еще этот же, аирдроп там? Да, но ресурсов нету. Я так может когда вот это место полутаем? Да пошли туда, мы там, во-первых, еще не закончили, во-вторых, мне там нужно купить себе апгрейд для этого рюкзака. Ну, что по деньгам-то? 8900, да. Вот у нас тут ящик медсуплаев, я зайду заберу его. Да, да. Зайди забери. В Олтауне еще ящик с оружием не забрали, если что. Блять. ДМР-ку нужно какую-то хорошую намутить. Так, что эту хуйню, наверное, выкинем тогда. И вот эту хуйню возьмем. Может, постреляем даже. Так, ну погнали. Патронов еще тогда. Рифл. Ну и все. А Брэда никто не хочет пойти купить вон, 200 метров впереди. Откуда мы летели высаживаться? С той стороны. Вот это мне нравится больше. Ну, у меня денег пока нету, поэтому... Хотя, а ну 2000 есть, может что-то куплю сейчас. Так, я коряк заимел. Пойду четверку возьму на коряк. Вот там у меня ящик еще с атачментами остался. Где-то, на его территории. Это не только атачмент, а еще и с пушкой, типа. Ну да, ну там у него просто значок, как так. У покупного. А, не тот купил, сука. Надо вообще его удалить из магазина, эту четверку, которая хуевая. Так, куплю себе пластин тогда. Угу.
и апгрейд на рюкзак. И, в принципе, все. Да, страховку надо было взять, что-то я проебал, пока мы там были. Не подумал. Серьезно, чё у меня, блядь? О, тут есть МДМР, который М14 или что. А, да, я видел ее. Да я уже коряк взял, похуй. А, ну окей. Поебашь. Перед нами высаживаются, типы прямо под зоной, там где со стороны дропа. Бэкпак экстеншн. Истоки. Так, ну, я более-менее закупился тоже. Ну, подходите, патрончики, давайте работать, уже перед нами есть. Типы. Ага. Стреляют, вы можете их услышать, кстати, вполне. Угу. Ой, я даже их могу увидеть отсюда. Опа, блядь, отойти чуть назад. Ага, вижу одного. Крякнул его, нокнул. Въебало. Хорош. Вот это я дал, нахуй, вы бы видели, блядь, скорее-ка, такую хуйню. Я авиаудар тогда вызвал. Остальные есть? Вот это авиаудар, там? Типа. Ползает он там, его никто не резает пока. Так, у нас летит один вот оттуда. 102 ему дал. Хорошо. Ага, хороший, его забрали. А, его другой человек забрал. Ёбаный в рот. У нас сзади, у нас за горой, ребята, справа от нас гора. У нас спереди. Справа от горы, там, типа, нас. Тоже. Ага. Да, вижу, вон он там ходит. Вон там, на моей метке чисто. Угу. Ага, а так. Тоже, на моей, там два человека. Ага, понял, метке. Ну стоим тут пока, держимся здесь. Не подпускаем, ну, да, близко. Сколько? Ага, вижу, они сюда пушат. Отойду чуть назад, буду с коряка их шлепать. Так, по одному попал. Угу, я тоже минус 25 дал, но это не, даже не урон. Ну, я минус полтинник дал, тоже такой. Ничего, отходим. Минус 28, нокнул типа, который там наверху. Хорошо. Он резает пошел его. И второй бежит еще. Так, попал по минус 50. Минус 88. Ушел. Сука. Сори, там я не попал. А, у нас сзади, сзади приземлился, прямо вот тут, прямо вот тут. На, найду. Вся точность, блядь. Все, хорош. Он один? Да. Был один. Уходите глубже в город, уходите глубже в город, не оставайтесь там. У нас эти типы нас крутят. Зону сюда двигай. Сейчас я бабки с него заберу и лут. Давай, давай. Я прикрываю. Вот эти крайние дома возьмем, давай, тут будем думать дальше. Давай. Я с него третью броню залутал, поэтому хорош. Заебись. Пойду чуть правее встану. Так я на твою метку тогда... Давай, да, давай, я чуть правее встал, чтобы повыше быть, видеть их. Да, да, давай. Окей. Пиздец, я в жизни так не стрелял с этой хуйни, как сегодня. Слышу стрельбу? Да, они там на горе, откуда мы их убивали. А тут же можно на крышу вылезти где-то, не? Ну вот неудобно будет, увы. Конечно, потом, если зона сойдется там, у них наверху. Нормально, нормально, я даже знаю, как мы зайдем. А, вижу, окей. Впереди у меня. А, вот тут, ребята, под зоной идут. Я просто думаю, что у нас сзади, блядь, через наши дома может кто-то тоже бежать, закрывать. Да, но это уже ничего не поделать. Это уже их проблема, ну, зону там закрывать. Ну да, да, нет, но имеется в виду, я так посмотрю, чтобы у нас никто не пришел, блядь, случайно. Че по зоне? Новый круг. Новый круг наш. Ох, бежим нахуй, летим туда быстро, ребята. Да, да, да. Очень быстро туда встать, мы там должны быть первые. А... Летим. Ага, вон туда. А, вон, кстати, видно ящик с атачментами и оружием. Так, я адреналин жахаю, чтобы быстро туда добежать. Лечу, давай. Блядь. Так, буду пока не скоряка, буду так душить. Темочки. Ага, с парашютов летят суки уже. Тебе, да? Есть, да, двое, в зону летят. Ага, видно их. Хотя, а чё бы и нет, нахуй, раз мне везёт-то, блядь. А, пустой. Ага, вон. Перед нами упали гнезда. А сколько вообще людей? 9 человек? Мы ещё две команды. Ещё два склада, да. Идём займём верх.
Вот тут справа. Пойдем. Что осталось? Дикой остался. Высрал дикой, ребят. Ой. Кто парашют? Это я. Сейчас подбежу. И высрал еще один дикой. У нас тут справа близко, помните, были чуваки? Так, по мне... Вот это... Да. А, слышу, это, ага. Это снизу, вон там, да. Попадает? Нет, нет, не попадает. Не понимаю. Вон, вижу. Вот здесь, а, вижу, да, ага, вижу. Хорошо. Там двое. Авишусов. Крякнул одного, который там снизу. Хорош. Он зашел туда внутрь в здание, да. Сейчас бы стрелял, блять. Наши все, да? Укрыться бы где-то, поставить какие-то укрытия. Тут нету, Увынск. Похуй. Ну лупят они закон этих, там трудно их, блядь, достать. Сейчас я нокну его, дай время. Вот у нас справа снизу могут так. Надо вот, блядь, смотреть, зайти. Да, надо смотреть. Да, это да, правда. Есть, вот есть вот тут под стеной. Вот здесь, прямо на моей метке. За понял, этой стеной понял. Че по зоне? У нас хорошо все. Вот он сейчас будет убегать. Откуда? Крякнул там типа еще одного в окне. Он стоит там все. Ушел. Он дальше по забору. Еще одну там. Да, вон он. Вон он, да. Так, крякнул его. Блять, добить бы его нахуй по-хорошему, суку. Блин, гранат не добьет его. Я подойду. Давай, я прикрою. Ко мне там плюются. Ну давай, пикни. Бля, мне очень больно. Мы понимаем. Идем, бежим. А, да, бежим. Го пушить нахуй его. Так, ну я его... Он... Бля, я могу... Сука. Резу. Хорош. Я возьму, иди, резу. прикрывай. Окей, похуй, я прикрою. Да, резнуть! Да все, сейчас. Не переживай. Там тоже пиздилка, у них там пиздилка, ребят. Отлично. Чуть-чуть подпушил их, ребята, я. Чтобы им жизнь больнее не казалась. Тут есть точка хорошая. За тобой. Можем с нее их душить. Хорошо, можем душить причем. Там авиаудар? Нет, дикой. Мы в зоне, нормально. Да, отлично. Все. У нас так, все блядь. Отлично. Да все отлично, работаем. Это наши. Вон, справа. Он без армора. Окей. Супер мало у него. Да, они сейчас побегут. Не бегите, они сами к нам придут. Ага, ног, молодец, Миш. Еще один в доме. Вон он, убегает. Блять, вообще ни разу не попал. А меня ебут. А, все. Ну хорош. Ну да, это... Вот и все, ебать, блядь. Как я хуево с эмки отстрелялся, и какой же я бог коряка был. Вы даже не представляете, блять. Это было очень смешно. Жестко. Ну, вот это первое, я понимаю. Да. Но нам везло. Очень сильно зоной везло, да, с лутом. Ну, территория и сыграла. Да. Гол, блять. А у меня еще ставка, походу, была, прикинь, какая-то. Там кто-то охуел просто. У меня ставка на урон нанесенный. Топ-1. А, непонятно, сколько человек поставило. Запускай next. Так, да, сейчас этот бокс открою. Бля, надо что-то с точностью с эмкой сделать. Очень плохо пострелял в конце, пиздец. Да, в конце я что-то, возможно, от нервов. Вообще почти не целился. Я вообще не попал ни разу. Один там, одно попадание из 60 было у меня. То же самое. Но при этом скоряка душил просто как конченый мудак. Там только высовывается тип сразу. СТС в этот, в коллиматор лучше стрелял, блин. Угу. На километр, чем, блин, с этого века. Пойду посижу. Слушай, ну 3 захода, 3 топ-1 уже получается. Дышим. Пойду чат почитаю. Один чел поставил на топ-1. Он знал. Он просто играл. Знал. Ты стрелял прямо сзади противника. Да, я понимаю, что я мимо стрелял.
Вы бы, блядь, видели мое ебало, если бы его можно было показать, после того, как я в того типа с X4 плюнул и нокнул его нахуй с выстрела бегущего, хуй знает где. Под кругом, я такой, типа, блядь, что? Надо будет посмотреть, я думаю, это а еще, кстати, красиво. По факту X8, блядь, по сравнению с X4 проигрывает. Сука. Я стрелял уже в восьмерку с ДМРки и в четверку стрелял. Восьмерка слишком нестабильная, блядь, в VR. А вот четверка можно работать. Десантура! Сука! Пятьдесят две секунды. Хочется узнать, получится ли рестлинг сегодня. Блять, сегодня не уверен. Но я постараюсь завтра, послезавтра. А X6 нету? Ну он с приближением, типа. О, Коляныч, привет. Колян, привет. Колян, не хочешь в VR поиграть? Мы тут в Battle Royale играем. Вот топ-1 заняли, Колян. Без тебя. Представляешь, без тебя, тебя нет. А еще, Колян, когда ты здороваешься и пишешь, я даже в VR вижу, блядь, с первого раза, понимаешь? А когда нахуй я тебе пытаюсь записаться, сука. Это вообще дохлый, блядь, номер. Можно даже не пытаться. Ты пропустил так. Ну ладно, ладно. Я мог, да, вполне. Черт, повыебываться не получилось. Ну сейчас я вообще все перестану видеть. Так, наш. Бля, ребята, ну это. И опять, я сорю, мое место. Кстати, там не было ботов, бро. Это реально лут. Лут, да, все-таки. Ну окей. Да. Окей. Не, ну Old Town реально разъебный, очень разъебный. А город динозавров тоже неплохой, как будто бы, мне кажется. Да, да. По сравнению с всем остальным. Пора. Ставочку бы закрыть. В смысле закрыть, так это же новое уже, ты о чем? Короче, Николаевич, я сейчас сообщение не вижу, к сожалению, но ты подумай, подумай. Играется очень классно. Правда, тут есть уже такие лютые, блядь, типы, я не знаю, как их назвать. Докторы дизреспекты, короче. Так, с нами, никого пока не вижу. Под нами вижу, летят, но они как будто бы... Да, сука, не долетят, возможно, они не долетают. Не-не, они не долетают. Он прям подо мной, типа, он долетит, если захочет. Вот я вижу подо мной, типа, он уже высаживается. На черный рынок, там, где дохуя лута, кстати. Вот, я там, да, воевал разок. Есть еще один, а нет, он повернул. Все, он повернул мне направо, кажется, он нормально. Я увидел, что три человека летит. Да, да, да. Передумал. Выправился, он летит. Подо мной. Не, да, он возможно, край, да. А, край, да, вот он, я вижу его, да. Да, он задевает, да, край, он правда. Давайте тогда на дальнюю часть, наверное. Да он один, я думаю. Я как обычно. Вон куда. Ну, ладно, я туда. Играли бы профессионально, я бы предложил вообще упасть ему на голову, блядь, и задушить втроем просто. И свернуть ему шею, да? Ну. Как в таборе, нахуй. Блять, ну что за хуйня? Так, мистер Вектор. Так, Дигл есть и ППшка есть. Вообще ничего нет, ноль оружия. Ну, у меня скорострельный дробовик Сайга есть. Двигаюсь дальше, похуй. Коряк. Я знаю, кому я его отдам, у меня даже X4 есть. Правда, о, РФБ. Уважаю. Да давай, бери, ну. Так, тут АК-104, ну, этот, Альфа есть. Альфа? О, Альфа, это есть. Вообще имбища, блядь. Это лучший ствол в игре для меня. Блядь, одни ППшки ебаные. Вектор вообще дресня. Опачки, аирдроп деплойт. О, мать твою, вот это да. Осталось только патроны найти.
X4 на РФБ зацепил. Че, наверное, вот эту хуйню мы выкинем. Я там ДМР-ку взял вместо коряка или коряк забрать. Мне не надо ни то, ни другое, если что. Okay. Я уже нашел себе. Мне РФБ очень нравится. X8 есть, но я думаю, никому он не нужен. Увы, да, увы. Да, X8 тяжело, да. Да, да, поэтому говорю, что X8 никому не нужен. На всякий случай спросил. О, АК-Альфа. Канает, блять. Бля, один я неудачник. Да я взял тебе, если что. Спасибо, но ты же сам должен что-то стрелять еще. Ну, только мне я ценю. Один. Я нашел М-ку. Могу обменять М-ку на АК-Альфа. Будет обмен. Обвешивай ее, бро, потом договоримся. А, ну тогда я скидываю, да, один. Кстати, да. Ага, коробки ближние, он не спиздил, ребят. Не факт, что он здесь есть. Думаешь, ушел по итогу? Да, он ближние коробки не подлутал, так что я не думаю, что он здесь. Пистолетные патроны нахуй, пистолетные патроны нахуй, дробовик нахуй. Так, у меня селфрез есть, если что. Это хорошо. Это отлично вообще. Что говоришь, сказал? Я бы сказал, это вообще замечательно. Да, факт. Очень полезная вещь. Вертикалку давай. Ну, вертикалку. Блять, где купилась, охуеть. Ладно, на РВ пойдет тоже. Чуть терять-то. Патронов. И по возможности супрессор даю. Блять, что вот это такой грустный дом был, сука. Так, нужно срочно теперь 3000 рублей найти. А 2000 есть. Вообще грустняк какой-то, лютый. Детекшн гранату бросил, сейчас узнаем. Нет, тут пока никого. Ах, сука, нельзя, что ли? Это что у нас? Это магазин продвинутый на рифл. Отлично. И хилка, кстати, опять же. А тут еще один альфа есть, если что. Нет, столько мне не надо. Так, я погнал закупаться, ребята. Да, давай вместе тогда. Пойдем, пойдем. Армор дополнительный возьмем, он 170 метров, да? А деньги ты там забрал? Кто там забрал деньги на автомате? Ящик с деньгами брал кто-то? Я не брал. Он там закупается прямо сейчас. Или когда-то там закупался. У него, скорее всего, уже 3 армора. Ага, я слышу тебя. Именно где тачка? Вот там, да, они? Вот там. Ага. Конча, конча, конча. Понял тебя. Денежки наши спиздил, представляешь, какая козлина. Так, свап калаша на М-ку, еще экшоли. Нету беспилотника просветочки? Нету. Mm-hmm. Вот, он тут выкидывал нахуй даже вещи, блядь. Он, сука, бред, на рюкзак выкинул, представляешь, мажор ебаный. О, армор экстеншн, кстати, выкинул. Блять, вообще, да? Доброе сердечко, блять. Так, чё, я... калаш на М-ку, калаш на М-ку. Пошёл обмен, давай. А зайдём внутрь, давай. Давай, давай зайдём. Обвесы снимай свои. А у них тут целая куча, блять. На, держи. Всё. Давай, бросай. К нам бегут! Так, круг. Снизу. Прости. Это я. Извини, да, я что-то не понял, блять, тогда. У нас круг от нас шёл. Остановитесь все. Стою. Походу перенервничали, блять, просто. Да, походу. Чё по патронам? Всё. Хватает. Чё по кругу говоришь? Он ушёл от нас. Не забывайте зачехлить броню. Он ушёл от нас. А, блять, ебучий это. Автомат. Ого, да, нам далеко. Погнали, ребят, быстро. И без затупов. Коряк есть. О, блять, у меня патрончиков-то хуй, да нихуя. До магазина там нормально. Ладно, вот до вот этого магазина надо бежать, который спереди 300 метров. Да? Эмочные патроны. Надо да. Немного. А, много прям? Ну давай. У меня 300 было с чем-то. Ну, это, блядь, немного, нормально. Это только на себя, нахуй. Ну, у меня сейчас 220, да, сейчас нормально. Ну, у меня 220, да, 240 тоже. А у меня 230. Фух, я уж немножечко испугался. Да что, кто-то, типа, это, летит? Да-да, прям над ухом. Видишь, что, блядь, преступники чувствуют, когда Бэтмен в Архам Найте на них прилетает? Вообще кошмар, блядь.
повторить звук летящей пиздюли. Не удивительно, что у них там все преступники ёбнутые какие-то. Так, ну мне бы вот вон туда вниз. Ну пойдем, полетели, да. Полетели. Потому что лазерсайт — это необходимость. Еще арморчики. Детекшн граната, кстати. Так, вот что у нас тут? Флэшбэнгу нахуй. Ну порядок. Я в принципе реально готов. Я тоже все патроны тогда возьму. Сколько у меня денег? Как раз на пачку патронов, блядь. Селфрест не будет. Селфреста не будет. Дайте мне пачку райфл. Найс. Пачка райфл. Ну вот уже 400 патронов. Вот это уже что-то реальное. Я все деньги уже проебал. Так, ну чё, дропают хуй знает где. А у тебя хей, дохуя денег? Нет, уже нет. Уже нет, ну, всё, просто 3000 есть. Не, ну если там надо застраховаться, застрахуйся лучше. Мы нормально. Давай от краечка играть потихонечку. Ну у нас 22 чела уже осталось, да, и от краечку крутим. Может даже тут подлутаться, может не трогали. Да, у нас да, денежки поискать. 300 метров спереди валяется. М-ка здесь лежит. Хорош? Пустынная? Пустынная, пустая. Чья-то, короче, я не знаю. Ага. Точнее, не чья, не чья, просто М-ка лежит, блядь. Я не знаю, как объяснить. Ну, вроде порядок. А, огонь! Ёбаный рот! Пизда, он меня напугал! Он блядь, хорош! Хорош. Фу, ёбаный в рот, блядь. Давай, солнце, блядь, чё ты? Нормально. Ой, блядь. Ты представляешь, как он затаился? Это папич был. Блядь, да ты представляешь, да, как я испугался, говорю, нахуй. Вот деньги его, сотри. Возьми с него броню, ресурсы там, если тебе надо. Да, на, я да, да, да. Хьюки. Ебать, этот крик полон ужаса. Полон ужаса. У меня, кстати, есть застраховаться. Чё, пойдем застрахуем меня? Можно? Вон 390 метров, погнали. Через военный лагерь и там дальше. Чок ебаный, блять. А можно полететь, слышь, ребят, вот тут крюк. Да? Да. Спалимся, правда. Но... Да похуй. Он же еще, он типа не, на контроле? Да, да, сидел, на корточках, блять. Блять. Слышно было. Это пиздец, мужик. Ну вот, это тот наш самый лутер, мне кажется, был. Возможно. Возможно. Тоже смотрите по сторонам, может увидим кого. Mm-hmm. Особенно слева под зоной смотрите. Да, вообще вот я слева и смотрю, тоже. Самое главное. Ага, вот типы направо летят, втроем на парашютах. Ага, вижу, вижу, тип, вижу. В большом количестве. Я не буду пока их выебываться на них. Да. Так, сел, взял. Вот эти домики слева бы пошел подлутал, если они в зоне. А тебе нужны деньги какие-то? Ну. Ребята, зона да. Очень далеко. Давайте идти, блядь, на гостаун, вот впереди который. И с него уже пойдем дальше. Нет времени, зона ёбнутая. Да-да-да. Окей. Двигаемся, двигаемся. Бля, вот тут минус, конечно, управление головой. Вижу, бегут под ветряком слева, далеко. А, сейчас попробую вам поставить. Ну, вот с той стороны. Понятно, вот с той стороны, это... прям под ветряками. Да, понял. Под зоной. Нам нужно их идти закрывать, на самом деле. Сейчас дойдем до зоны. Станем получше и будем их встречать. Когда их закроем, с той стороны можно никого больше не опасаться. Дроп падает над нами. Угу. Вот они стреляют, вы должны слышать. Нет, я не слышу. Из пестика там. Слышу. Тут не лутано, кстати, особо, я бы сказал. Не, открывали. Здесь открывали коробку медицинскую, Миш. Ну, медицинскую, но два еще ящика не лутанных. Ну да, нет. Так что тут как будто тут чисто вскользь пробегали. Были, были. Че, по зоне? Отлично, мы в зоне. И вот отсюда надо как-то встать красиво и закрыть нахуй эту всю пиздоту, которая там, на метке. О, они на парашютах! Да, можно да, их ебашить, да. Можно их да. Ебашить спокойно. Они направо двигаются. Сейчас я вот сюда хочу забраться на этот... На дом. И еще один наверху. Так, один вот сюда улетел. Пустой, блядь, что-то я... Стрелок из меня так себе. Ага, на вышку. Хит? Да, да, он и наверху, тут... на вышке, да. И один за вышкой в этом, угу. На ранчо. Я не уверен, что вышка в зоне, на самом деле. Я тоже. Она не в зоне, он будет дальше прыгать. Так, ну у него друг еще в том компаунде справа, если что. Так, у нас справа тоже с горы летят. Вижу, друг бежит по полю там. Бля, ну я другого тоже не вижу, к сожалению, поэтому... Блять!
Бля, ну духота вообще. А потом чел наверху этот пикает немножечко с ветряка. Ах, сука, и перестал пикать. Он прыгать сейчас, скорее всего, будет. У меня нет патронов больше. Я снова калашников, ребята. Ага. Могу тебе 30 на винтовку дать. А я знаешь, что сделаю, блядь, сейчас? Я сейчас нахуй повешу X4 и X0 на калашников. Я теперь и калашников, и не калашников а, одновременно. Я дать. У меня армор экстеншн тут есть, но у нас все с армор экстеншеном, да? Да, верно, да. А, чел вижу, на, да, сверху пикает он. Спугнул. Так, занял здание. Тут похилиться, если что, есть. У меня уже есть такая. Чело закрывает, зона закрывает его. Да-да-да, ждем. Сейчас он будет прыгать. Сзади, по кому-то из нас могут. Не по мне. Пойду посмотрю. Я типа открою этого с вышки. Угу, скажешь, если он прыгнет? Угу. Второй тип вон там, если что. А там у него и ебля идет. Но он до сих пор там, на этой платформе. Сейчас, пытается... сейчас закроется зона. Хлопнул. Ой, броню ему нокнул. О, хорошо. Ебать. Это он не вовремя получил такой урон. Молодец, да. Мич. Так, прыгает, прыгнул. Прыгает он. Так. Он нокнулся. Он умер. Он умер, все. Да, его нокнул кто-то в полете. Нет, 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 он просто упал. Он от... умер от смерти, так сказать. Хорошо. Следующий круг. Что так, у нас там? Ушла от нас. Ой, бля, вообще, закручиваем налево. Очень жестко. Далеко. Плохо, плохо. Да, супер хуево. И по нам еще справа льют. Так, надо уже тогда складки. Летим, блядь. Складки нет, в том-то и дело. Перед нами тоже бьют. Так, больно. Да, больно, там, кстати. Я боюсь, тут может вообще быть нам неприятно, блядь. Блядь, какая-нибудь дымовуха была бы. Ой, больно, как душа. Конечно. Ой, ёпта. Да, душа. Вон он в доме в этом спереди. Один хитом. И слева, за сеном еще слева есть. Да. И снайпер нас трахает справа. Я почти нокнул типа справа в здании, но меня самого сейчас нокнул. Блять, ты не попадаешь за этим челом за сеном, сука. Чел за сеном. И меня справа нокнули, справа снайпер меня нокнул. Селфрез был. Авиаудар наслали. Добрали меня. Ну там справа какой-то ёбнутый снайпер, он столько раз попал, пока я бежал. Ты ласт, Миш. Понимает он. Ой, бля, ну очень больно там делает, пиздец. И этот тип. Мне, наверное, он на ветряке, мне кажется, кстати, может быть, вполне. На втором и что-то. Справа. Блять, он там, сука. Да, на ветряке? Ага, Миш там кого-то видит. Авиаудар по тебе. Да, там у тебя. Ну... One ну бывает. Могут топ 3. Да вообще по полям. Синий трактор едет к нам, блядь. You got no honor. You got no honor, блядь. Что, блядь? Пошёл ты, блядь, no honor, суки, душат меня уроды, блядь, тут. Запускай. Сейчас я в меню выйду. Пойду пока сяду посидеть. Бля, М14 вот это, М1А4. Классная, да? Там, хорошая, да. С X8 стрелял сейчас, если что. Нормальная тема. Бля, на самом деле, я ебануться. Сколько, пока мы бежали, меня дамажили, я, наверное, блядь, листов 7 армура в себя воткнул, ну, блядь. Я тоже бежал, просто нон-стоп хуячил. Так, сейчас я контракт заберу. Ага. Такую позицию заняли и долго в круг шли. Есть. Так, блядь, мы заняли позицию, круг ушел от нас максимально влево. Мы, типа, так классно говорить, вы сами виноваты. Он также мог уйти и вправо к нам. А, и типа и другие были бы сами виноваты. РП, ну ладно. Фу, блядь, ну хоть жарко стало в какой-то веке, наверное, может даже тушануть. А какой топ? Мне написали Vanguard 3, потому что у нас топ 3? Топ 3, да. Угу. Топ 3, да, получается. Пон. Да нормально. А что с игрой? А, вижу. О, блядь. Ну где там? Парашют. По съебам нахуй. Минута 30, нормально.
Понимаешь, блять. Блять, как пиздато сидя на парашюте лететь, вы даже не представляете. Лучший аттракцион, нахуй. И подпрыгнуть даже не дают. Гадство. Сижу тут. Сука. Ребят, почитаю. Ну разве не лучше ближе к центру круга сидеть, чтобы если он шел в сторону, не пришлось через всю карту бежать? Зависит от того, кто находится в центре круга и где сам центр круга находится. Если центр круга находится в поле, как в данный момент было, то да, не очень хорошо. Да мы на самом деле были готовы к левой зоне тоже, к такой уебанской. Просто не хватило понимания, как закрутить. Карту надо знать лучше. Теперь инсайз, он пришел стримить. Но нас уже, во-первых, трое. Во-вторых, если, конечно, Гашан захочет, то замена произойдет. А чё? Бля, типы, вы пытаетесь спорить с капитаном первого состава Team Spirit по пубгу, бля. Впоследствии с тренером второго состава Team Spirit по пубгу. Вы типа вообще в норме, бля. Вы в норме, блядь. У нас Old Town. Нет, в относительной зоне, надо быстро делать просто. Да, если только быстро лутацию убежать. Мы самое нелюбимое. Зато мы прямо над ним летим, слышь. Ну да, но это значит, что и не мы одни там будем. Да, он на краешке, вряд ли. Да, скорее больше. Нет, там будет, возможно, одна две команды, ну надо, значит, нет, контеститься было, да? Надо. В любом случае. Типос, блядь, делает клип у Максима. Да, графон кричит как девочка. Так, нахуй. О, я знаю даже, так, что это за клипас. Сейчас, нахуй. Я тоже, блядь, удар молотком сделаю, блядь. Посмотрим, как ты будешь кричать, нахуй. Жесть, какой ты ранимый. Да, нельзя такое говорить, понимаешь, блядь. Там человек просто, он ушлый змей анальный, блядь. Он оказался там в самый, блядь, неудачный момент. Бля, над нами есть, страшно. Ребята, над нами есть. Двое, я двое, там... двое. Да, вот. Да, да, рядом со мной, блядь, спрыгивают, причем сутки. Так, они к этой пошли, к церкви. Да нет, они так около меня здесь на самом деле. Так, у меня так ебучий дигл, с которого хуй постреляешь. Лучше бери это уж. Что-нибудь хотя бы. Так, рядом со мной в соседнем доме. Вот тут. Деньги кто спиздил? Не мы. Уже деньги у нас спиздили, суки. Коробку. Суки. Реально, суки. Вот тип выскочил. Нокнул. Ты его? Хорош. Да. Бегу к тебе. А, вижу. Его. Я его доем до тебя. Бля, плотный. Огонь? Это не я. Так. Слева вижу, бежит тип. На метке. Я все еще без патронов. Так, сейчас я в соседний дом зайду. Мне нужны хоть какие-то патроны. Это тот, который деньги забрал, скорее всего. Так, взял еще. Опа, ебут кого-то. Ну, это вот они... Ну, тут несколько складов-то даже, скорее всего. Ну, я говорю, два склада, скорее всего. Два склада, да, наверное. Ага, вижу, передо мной двое. Возможно, меня срисовали тоже. Так, мне сервисы. Он очень каленый, без брони, если что, был даже. А, вижу, он отступил назад чуть-чуть. Да, ну так конечно. Я вижу его, он целит тебя. Целит, блядь, сука. Толстяк, блядь. Ну толстяк. О, блядь. Ну, сучи. Не спеши его пушить, он там на приеме стоит. Не, а не тут пушу, ты пушу. Вылез, блядь, значит. Он ушел за это здание. Слева, справа? Он уже внутри. Вон из входа вышел. Понял. Ага, я вижу его. Нокнул. Еще один там, идет его резать. Пошли пушить. Я подпушу. Вот он. Справа. А, сейчас ему с прыжочка нахуй. Блин. И вот он залагал, слышишь? Все? Да, все. Побежали? Ну, возможно, не все. Возможно, нет. Еще не все, окей. Я так, я смотрю. Слушаю, что? А, о, блядь, я же не знаю, что ты нокнутый. Я что? Я не услышал, прости. У него там был шприц, или я, по-моему, в тебя уронил шприц. Что-то такое. По нам летит. Вставай, сразу беги. Да, ну. Стреляет по вам? Да. Откуда, блядь?
Ага. Вот, слышишь? А, слышу, слышу. Во мне даже прилетело, блядь, что-то. Так, залутаться не то, чтобы мы успели, да, нормально? Ну да. Ну типа того. Бля, к нему еще походу аирдроп упал, блядь, прямо. Слева? Вот это, вот от слева где-то стреляет. Да, 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 это он. Я иду его пушить. Попал по тебе? В доме, нет, не попал. Так, если меточку дадите, я стараюсь. Да вот он где-то вот, вот тут. Вот тут, да. А меня в упор выебали! Я не понял где. Я в сейве, я в сейве, я в сейве. Я в сейве. Окей, бегу, бегу, бегу. Меня пушат, по-моему. Меня пушат. Да вот он прямо за стеной, прямо лезет. Ну, бля, ну ты ему нокнулись. Но у меня селф-ревайв есть. А у меня нету. У меня тоже. Я в мэр. Миша, тебя пушат, так что сразу убиваю его. В мышь. Хорош. Передо мной, прямо на мне, тип. Да я хилюсь, блядь, чтоб не сдохнуть. Здорово. Добрал меня. Слева тебя тип еще, Миша, через дом. И прямо на моем трупе еще. Where? Where's your money? Okay, I'm coming. Перезарядись. Ой-ой. И добирай второго. Тихо, тихо. Мишографон! Легенда, полечись. Нечем. Возьми у них точно есть какая-то хуйня. Да. После этого собери все деньги, которые здесь лежат. И да, пиздуй да. Нахуй отсюда. Пиздую, блядь. Сейчас только хилок наберу. Вторую собой, пушку бандажей. Повесь для кого-нибудь. И вторую пушку повесь на поезд для кого-нибудь, кого веснешь. Взял. Патроны, райфл, сейчас, нужно будет патроны, много. Патроны, да. Бинт мотай. Черт. Возьми бинт, прямо сейчас мотай, прям с него. Чтобы хилил потихоньку. Да. Все, пошел. Фух. Бля, Миша, молодец. Молодец, блядь, просто. Сколько денег? 21 тысяча. Ууу, блядь, гуляю в метрополии. Бля, ну вот у меня слева, наверное, у вас не получится, там зоны закрыли. Где скажешь, похуй. Главное, чтобы ты взял вторую пушку для кого-то какую-то. Есть, есть. Найс. Дроп так, впереди, ну, наверное, у тебя вот за горой там, падает. Вот там, Два дропа падают. Я вижу. Хотя нет, я вас не смогу резнуть. Если что, мы так летаем, но мы не можем давать Мише инфу, потому что мы не видим того, чего не видит Миша. То есть, что у него в шлеме отрисовывается, мы видим. Может, там есть человек, вот там вот. Но мы этого просто не знаем. Куда ты бежишь, Миш? Да-да. Я видел парашют, только что туда приземлился. Бля, хуёво. Там, где ты хочешь, бежишь, туда. Выкупить, да? Там было. Да. Ну, я посмотрю просто так на всякий пожарный. Вот это что за звук? Мы не знаем. Я там, где выкуп. Пока сяду. Я тоже там. Ага, школьник убил капитана TeamSpeak. Блять. Это ты? Да-да-да, это нормально. Ну, может, он уже убежал. Но все равно осторожнее. Конечно. Выкупать, выкупать, выкупать. Первый, второй. Опа! Купил себе мини этот ресалку. Пушку с патронами под себя. Хорош. Чуть-чуть. Пушку с патронами. Выкидываю пушку. АКМ. Угу. Выкидываю. Заберу. Патроны. Выкинул 120 штук. Найс. Так, вот тут сейчас посмотрим, может, что-то по дотации есть еще. А, внутри есть дигл. О, X4. Внутри. Заберем. А внутри М4-1 есть. Оставь хоть какой-нибудь вот прицел. Тут. У меня железо. Не хочу в железо стрелять. Ну, видишь, М1, М1. Нихуя нету. Ты сказал X4. А у тебя нету коллиматора, что ли? Нет, нет. Ебать, жестко. Я ж говорю, я чела, блядь, внутри. Ладно, двигаемся быстро тогда, времени вообще нет. Да, че, по деньгам? Я могу вот тут, я могу же вот тут купить. Пацаны, у нас сатачмент в магазин. Где он? Вот он прямо. А, да, покупай. Прицел так, смотри, X0. Райфл эмо, пацаны, покупаю, блядь. И да, нулевку, пожалуйста. Больше. Мне только нулевку нужно. Мне один, можешь одни патроны? Все, мне хватит. Патроны для винтовки, снайпер эмо взял. Да, две штуки взял.
X0, X0, пожалуйста. Ага, вижу, X0. X0 купил. Взял, все, спасибо. Есть еще есть коллиматор, на коллиматоре деньги, я бы тоже есть, взял. Есть, есть, коллиматор купил еще. Грибку. Грибку купил. Лазер купил, если надо, еще. Так, да, если дроп тут рядом лежит совсем. Не лутанный. 90 метров. Это хорошо. Че по зоне вообще? О, нормально. Справа у нас смольба. Блядь! По кому-то из вас? Нет. Ну надо идти, потому что нам дроп так просто не дадут. Да-да-да. Угу. Так, сейчас, парни, я патронов закуплю и побегу. Бля, да, это да, осторожно. Ага, вижу, слева три типа в компаунде, и в нашем компаунде есть типы. Угу. Пойду со второго этажа их шлепать. Это кальфа? Это кальфа. Все, я бегу к вам. Давай. Так, бегают на втором тоже. Жить, жить, жить. Так. Нас пушат еще слева. Нас пушит слева тип. Угу. В упор. Похиляйся там, заложись всякой хуйни. Да, ой, блядь, меня ебальник снесли. В закрытую да хуёво сидеть. Вот там один. Да, я понимаю. Сносит справа где-то, я не понимаю откуда. Справа наверху, справа на скале, справа на скале. Так, Миша, я сейчас тебе помогу чуть-чуть. Ух, я еле ушел, блядь. Хиляюсь. Муж, я его почти крякнул, ему хуёво. Да, вижу его. Крякнул его. У него нет армора, если что. Он почти труп, блядь, ему очень плохо там. Он ушел. У нас слева в упор шлепают. Под стеной тип впереди. Угу. Нокнул. Нокнул. Его. Хорош. У нас справа под стеной близко был. Ага, есть, дожрал. Да, у нас тип вышел. Близко, да? Да. Я его нокнул. Я с тобой. Хорош? Он за забором или где? Да, вот он, вот он, вот он. А, наверху, вот он. Наверху на скале еще, если да что, сидит. Да все, я его убил, сзади вас. Хорошо, мы про другого. А, вы... Да, блядь, ой-ой-ой. Вот этот, который на, летит, летит где-то. Че по зоне? На скалу. Зона нормально. У нас, пацаны, блядь, у нас вот на той скале чел. До сих пор... Да, мы понимаем, Миша. Это ты с лутом, мы без. Ну да, ну. Мы тут набираем всякую хуйню, которую мы можем найти. Я просто предлагаю maybe его пушнуть немного, как бы. О, меня крякнул. Я дал ему 50, но на этом все. Угу. Вот тут чел сзади, если что, вот есть пушки, это деньги. А. Да ебать. А. Блять, есть и калифа, надо кому? Типа там не вижу. Он слева ну, пошел? Там, блядь, да, 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 я не знаю, где он, блядь. Я хочу на вот эту вышку, если честно, забраться и с нее. Мы в зоне, можем смотреть. От края поиграть тут. Бля, из проблем нету X3. У кого-то из них есть армор апгрейд? Хуй знает. Я не видел. Так, ну, я на вышке, блядь. Сейчас попробую его нахуй подождать. Смотри, у нас еще вот там, Миша. Наверху? Вот там вот. Нет, типа нет, вот там, вот там, вот там. Так, вижу какой-то апгрейд. А, понял. Нет, никакого апгрейда не вижу. Армор плейт забрал. ДМРка. Чья? Похуй, будет моя. Типа. Не, ну, мне кажется, чел за складкой горы вот этой съебался. Который по нам стрелял. Так стреляет до сих пор, разве нет? Ну, это не по мне он стреляет, если что. Ну, по кому-то еще. Бля, что вот по деньгам? Он, вот, бля, вот подсосаться бы к этим типам. Бля, ребята, пойдемте 280, займем в центре зоны лучшую зону. Вот так вот слева пройдем. Ну, вот до того лагеря надо попытаться. Будет лучше. Лучше сделать это сейчас, чем потом. Бля, у этого что-то осталось, муж, армор плиты. Вот армор одна, плиты, например. Да. Вообще нет. Вот. У меня 3 штуки осталось армор плит. И то это я ну, давайте тогда наскреб по сусекам. Мы там купим, если что, в оранжевом да, магазине. Просто играем. Да-да, ну у меня 2400 есть, поэтому можно будет купить с Дерек. Если тут есть люди, это самая печаль, потому что придется с боем пробиваться. Угу. Так, тут пара плит есть. Mm-hmm. На шару. Можно закупаться. Возьму удар, так сказать. Так, армор экстеншн и армор плит нахуй взял.
Блять, Armor Extension-то реально, я думаю, вот тут сука, можно купить. Худой не типа? Хватает, так у меня не хватает, блядь. Отдайте мне Armor Extension, куплю, суки. Armor Extension? Давай. Да, где я купил? СМГ и пистолет, хорош. Нахуй. Плит это набираем. Быстро, быстро, быстро. Кстати, зона хорошая здесь. Смотрим. Отличная зона, как раз под нас. Куплю плит. Перед нами, тип, в упор. Нокнул. Хорош. Хорош. Так, ну он... Арморчик лю. Да какой, блядь? Так, у него X4. Кто штопает? Так, о, я бы взял X4, слышишь? Без прицела, правда, верхнего. Давай, похуй, похуй, устроит. На стол выкидывай, положил. Выкидывай. Ага, спасибо. Снайперские патроны были? Не знаю, не смотрел. Но, скорее всего, у нас летит тип с этой стороны, на моей метке. Да, 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 да. Вижу его. Он упал вниз. Он упал, он очень... Ладно, этого типа не залутать. Иду помогать, ребят. Три типа над нами. Хорошо. Над нами три типа. Летят, дропаются на нас. Ага. Левый почти крякнут. Один в упор упал. Один в упор, да. Крякнул почти одного там еще. Down, boy. Я минус один дал. Так, хорош. Передо мной где-то, за забором. Может в спине, блядь, как будто бы будет, не? Так, я зашел одного. Ой, блядь. Где он? Вижу. Передо мной. А вот и я засиддаунился. Селфрефа нет. Селфрефа нет. Но убейте так его сначала. Сначала убить, сначала убить, сначала убить. О, там блядь. Еще... Нихуя он жесткий. Это другой, по-моему. А, нет, тот же. Жопа, ебать, он эйс поставил! Вот, жесть! Я же покупал себе! Ебануться, он всех убил, слышишь? Да, он всех убил! На последних кругах не работает. А, вот да, сука. Не доиграл я, получается. Ебать, жестко. Да, блядь, что-то зря я полез так. Ну, я думал, я его добью, там у него с дедспец осталось, а он фул броне как будто бы был. Да, я его, я его буквально раз дал, и все. О, блядь. Посидеть зато можно. Весь магазин, да, он выжил. Не, все равно катка, блядь, ебанутая была. Да, она крутая. Веселая. А ты закрываешь левый раз, когда через коллиматор смотришь? Нет, вообще нет. Это, блядь, пиздец. Если глаз закрывает левый, это просто кошмар. Привет. Так, сейчас я контрактиков наберу. У меня тут два выполнилось. Опа. Блять, какие ж хуёвые у меня остались контракты. Думаешь, катаклизм вернуться? Ой, не, я наигрался пока. Ладно, попробую сделать килл с коряка. Хуй с тобой. И... А Эва 3 это что? Это же ППшка какая-то, да? По-моему, этот вектор, что ли. Сейчас не, ладно. Буду... Звучит невозможно, блять, все равно. Дропстрим еще будет? Не, пока рано. Скорпион. Это знаешь, такое... ДПД. Есть ужасная. Бля, сейчас, есть секунду. Вторая, есть вектор. Такой вот ответ. Так, ладно, что, матчмейки стартуем? Я готов. Максон? Я готов, я готов. Ага, все, let's go. Так, ну я такой последний, скорее всего. А, окей. Так что, может, там кто-нибудь плюс будет, как раз подготовиться. Подруби зомбой. Ну, только после ККНД. Хуй, бать, я ж смог нахуй. Manor Lord будет сегодня? Да ничего. Я думал, на самом деле, мы сыграем еще, может, одну-две, и я пойду чилить. Может, приготовлю что-нибудь вкусненькое. О, лолипоп. О. Вот это выглядит ничего так. Ну вот эти вообще какие-то жесткие. 15 тысяч, блядь, надо накопить.
Но звучит реально. Какое очень интересно играть ДБД. Каждый раз, когда Муни возвращается, слышу, как он рассказывает, что на новом почтовом апнули сервов, нерфанули маньяков. Ну, типа, в игре есть онлайн. Если бы я захотел поиграть в ДБД, то я бы пошел поиграл в пятницу. Ой, не в пятницу, как она между называется? Техасская резня. Chainsaw Massacre. Угу. На сурвах бы, блядь, с кайфом. О, блядь. Не, факт, после... Хоть техасская резня меня и заебала, но после техасской резни ДБД, ДБД вообще не хочется. Как это вот типа как скульптура из мрамора, блядь, с множеством деталей и этот... Из бумажки сложенная, как-то оригами, вот. ДБД вот примерно... просто в этом плане устарела, но она как КС, потому что в нее играют, типа, все, понимаешь? Вот, так я, типа, давно уже говорил о том, что у ДБД требуется именно техническое обновление. Она, то типа, уже ДБД супер 2. Старая, супер да, несовременная. Да. Она уже превратилась в такой своеобразный Counter-Strike своего жанра. Именно. А так-то да. А, EVO 3, это вот эта G36 светлого цвета. Очень жаль, блядь. Вот больше всех ненавижу эту ППшку, блядь. ДБД это как Тарков. В мире Тарков-лайков. Выходит всякая хуйня, типа Blood Harvest Garden, там... О, блядь! И техасские резни, но они не могут конкурировать, потому что... вся школа играет, блядь, в ДБД, понимаешь? Никто не играет в пилу. Блядь, тут бы не разбиться, нахуй, не утонуть. А, пойду сюда, куда-нибудь спрячусь, чат почитаю еще. Смотрите, чат, я вот читаю, знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. Я раз посмеялся, два посмеялся. Я как медведь, хуй поймешь, что у меня на уме, блядь. А потом я начну хуярить, блядь. Спасибо, Стонхимер, благодарю. Я там 25-й раз шутку, блядь, послушаю. Потом плакать будем. О, добро пожаловать, Максим, добро пожаловать в мир. Я предупредительный, золотых знаешь. Золотых пиджаков, миш микрофонов, не, костей, ну, блядь. Над процентами ты так говоришь, типа. Ну ты сука, а? Магазин выворует, блять. Выпивай шот каждый раз, когда мутишь Ромикона. Да, блять, ты шо гонишь? Это ж ужраться можно за 2 минуты, блять. 750 урона, нихуя. Вы, ребята, верите в меня? Не, я еще никого не ебашил. Но мне кажется, моя лучшая игра за мне сегодня... Мне в VR тяжело ебашить. Единственное, чем я могу наебнуть в VR, это пермачом, к сожалению. Так, это самая большая кнопка. Олдтаун. Да. Блин, Олдтаун это супер быстрая надо. Инициатива при надо, желании. Надо, да. Надо, надо. Это как раз тренирует в скорость в людях, понимаешь? Ну как посмотри, наоборот, не верят. Ну, как в смысле... Жить, кто поставили, что сделаю. Я думаю, я пойду. Да, понял. Yep. Чем быстрее будем там, тем лучше. Да, тем больше времени лутаться. Факты. Тут черный рынок есть под нами, кстати, если вдруг что. Там денег до пизды. Сейчас вам постараюсь его подсветить. Вот это вот. А я шарю, где он. Mm-hmm. А, окей. Вот там ебать копать нахуй бабла и лута. Это просто... Ну, можем попробовать после Олдтауна туда. Потом, да, по приколу, по приколу. Ну, там такая резня будет вообще. Да, да. Дробовик считается там даже вполне себе оружием. Я не вижу никого перед собой, кстати. Так, и за нами тоже как будто никто не летит. Да, это такое просто место, что и не хотели бы лутать, мне кажется. Угу. Так, ну я с самого края... Я на бабки справа падаю. Да? На первые дома, мне кажется, наоборот, ошибка, типа, надо дальние подолкнуть, чтобы... Ну, ладно. Типа, о, ты выходишь, у тебя 10 тысяч, нахуй. Заберу. Ну, Миш, хочешь себе вот эту ппшку, которая тебе нужна, там? Не-не-не-не-не, я, знаешь, я так квест взял, как говорится, выполнится, окей, не выполнится, нахуй. О, я прям стараюсь их делать, кстати, мне интересно. Да, я тоже. Блять, сколько денег у меня? Знаете, сколько денег? Mm-hmm. 10 тысяч. Жестко. Отлично вообще. Вообще, пойду сразу апгрейды куплю себе. У меня почти, кстати, 0 денег. X8 интересует. А чё, я X8 брал, нормальная тема.
Так, есть АК-альфа. Перспективный обмен на М-ку. Классический экшуали, так сказать. Надо на АК-альфу меняться. Не-не-не. О, коряк. В прошлый раз он мне хорошо послужил. Возьмем. Так, взял кому-нибудь. Ебать, X8 нахуй на коряк. Все, зона пошла, да? Да. Да. Ох, тетя, блять, а что тут при... А, это ты, Хейс, за X8 пришел или нет? Нет. Нет? Я ящик... А, ну, возможно, этот ящик от меня затриггерился, типа. Бля, ну и говно выпало, пиздец. Если так подумать... Так, у меня пока стволов вообще, ребята, нет, только ППшки. У меня вот одна ППшка и калаш. Опачки! Куда, блять? Я не собирался. Так, забираю плиты. У меня есть. Зона уже идет. Да, надо бежать. Надо бежать. И закупимся прям сразу туда впереди. Угу. Тебе нужен климат? Да, пригодится. Я думал, наоборот, кидай наверх, я поймаю. Кидай самый верх. Ага, хорошо, молодец, спасибо. Ну пиздец, вот сука, лутал. Ты сейчас 100, блядь, денег. Ну что за хуйня, блять, а? Да там X8 как. Нормально. Нет, 300. Не люблю, я X8 шатается. Миша? Что? Зона. Я бегу. Окей. Так, на всякий случай, уточню. Мы тут просто уже прям несемся отсюда. Так, ты вправо, я влево тогда. Давай, да. Да похуй, давай с коряка, блядь. Прикольно ж было. X4 имеется. Ну вот себе пока оставь. Наверное, я восьмерку попробую, ради. Не всегда же четверку ебашить. Угу. Так, вижу сел-страховку. Но нужно добраться вот 400 метров до левой хуйни. Кстати, там, наверное, резня будет, ребят, сразу умрю. О! АК-альфа! Я его заберу, мне похуй. Это ты, АК-альфа? Да, это ты. Ну, конечно, лутинг такой. Лутинг-шутинг. Не самый лучший. О, вот это кто выбросил вот эту штучку? ДМР-ку я. Вот я возьму ее. Я, блядь, разрядил ее. Ну ладно, что поделаешь. Зарядим. Что у меня там по патронам? СМГ нахуй. Снайперка, блядь, там мне 60 хватит. Мол, граната не лишняя деталь. Все, мы готовы. Так. Так это как раз черный рынок нам предлагает, да, закупиться там? Ну пошли. Тут ботики водятся вот в этой локе. Так, Миш, тебе климат нужен? Не, у меня есть на АК-альфу. Угу. Не, я АК-альфа, блядь, с климатором, и эта хуйня с X8, блядь. Огонь? Let's go. Да, справа слева стреляли. Слева? Ну, для тебя. А, ну слева, для тебя слева, для меня справа, ага. А я вроде слышал. За вот даже. Этой скалой как будто бы. Да, не очень-то и далеко было. А это что у нас? Ребята, зона пиздец. Давайте с правой стороны рокировочку небольшую и пойдем с правой стороны быстро. Надо, двигаем. Там дышать надо. Бля, главное зона, разбиться. Зона, блядь, говна ебаного. Так, ну там можно на тросах подняться. Вот там на тросы надо срочно. Думаешь, на тросах? Ладно, давай. Ну да. Я думал, справа на лестнице. Нет, ну так нет, так ну, вот ладно. Там перед лестницей тросы прям. Видимо, мы разные тросы подумали. А, да. У нас слева чел вон там приземляется, если что. Я понял. Имейте в виду. Имеем. Да, вижу, они там прыгают, слышь? В нашу сторону, кстати. Ага. Поэтому надо быстренько отсюда дергать. Если что, будем просто отстреливаться. Блин, это мерзкое место с прыжками. Да Миша, да, топает. Да-да-да, я сзади буду. Типа под мостом внизу высаживался, как будто туда куда-то. О, тут есть нормальный трос, кстати, наверх. А потом сверху можно хорошо прыгнуть. Угу. Перед нами падает тип справа налево. По нам справа стрелял, по нам справа в домике. Опа, поднимайся и налево, смотри, тут тип упор. Они за зоной останутся. Чё, нам будем закрывать. Деньги 150 метров, го за ними. Заберем деньги, потом купим на них что-нибудь. Патронов, вот этого всего. Слева от нас тип был, помним, да? Он летел там. В
доме в красном? Нет, в другом был. Который, вот он ниже. Понял, короче, до пизды. Вот там, вот примерно, вот на вот этой метке ориентируйтесь. Вот справее там этот дом, и вот там он был. Ну и... Ладно, денег немножко оставил. РФБ, если что, лежит. Блядь, есть еще кейс с медициной, я возьму, у меня же вообще гроши, блядь. Тут еще патроны сзади на винтовку. О, так забери их себе. Заберу. Тебе же нужны. Я не могу вылезти в эту дырку, ребят. А, так тут рядом большая, сука. Перед нами два типа летят тоже. Нет, один. Да, один тип наверху. Высоко. Это был воздушный шар, блядь. Блять, а вы смогли? Я ему скорика нахуй закину сейчас. Давай, давай. Чтоб не втыкал. А Гелдор? Я попал в него. Я его крякнул, по-моему. Да. Тип сверху летит. На нас? Прям над нами. Ага, вижу. Ну, не на нас, но близко. Ну, вот сразу на нас. Почти крякнул его. Три раза попал с альфа. Попал. Ладно, попку на него. Го за патронами, ребята, у нас не так много. Так, я еще раз попал. 200 метров впереди патроны, вы видите. Погнали. У нас, если что, до сих пор там где-то сзади типа. Понятно, бегут, понятно. Блядь, нам нужно как-то. Нам нужно перевернуть. Перевернуть фрейм. С другой стороны играть зону, короче. Тут уже лутали. Ага. 115 метров. Я так понимаю, эти как типы как раз и летели на парашюте отсюда. Может. Так, а денег у вас нормально, да? Ну как сказать? 11 тысяч есть. На патроны хватит. Ну да, да. Патроны хватит, блядь. С армор экстеншеном, блядь. Ну патроны хватит. Ну я еще в самом начале на деньги упал. Так, Райфалама. А там есть армор покупал. Как раз таки? Нет, тут нету. Жалко. Так это я завис. Давай. Сейчас я еще куплю патронов тогда. Тут... Раз, два. Сколько у меня? 30 да, на 220. Нормально. Беру еще. Набирайте, набирайте, нет, ребята. Лазера два, две штуки купил. Вот это хорошо. Набираем, набираем. Что и купить? Есть деньги. Просто говорите, что вам надо еще. А, ну, эти обвесики всякие на пушке. Вертикалку взял. Еще вертикалка нужна одна? Еще одна нужна? Вертикалку бы. Вот вертикалка, вот лежит вертикалка. Сейчас еще одну куплю. Еще одну покупай вертикалку. Вот. Носика у самого нету. Купил себе носик. Все, четко. Вертикалка вот еще одна лежит. Вот еще одна вертикалка. А, уже у всех есть, да? Да. Все, патроны набираем и работаем. Долго. Блять, зона опять вверх ушла, ребята, пиздец, бежим опять туда же. Она прям нас хейтит. Нам могут сейчас затылок стрелять, долго стоим очень. Да. Подожди, нет. А, нет, да, все правильно, я все правильно сказал, да. Я просто неправильно себя в пространстве. Справа типы поднимаются, вот на той горе. Ага. Будем подниматься с другой стороны горы тогда. Стамину надо въебывать, это пиздец, как он медленно бежит, когда надо ускоряться. Это правда. Так, у нас да неудобно еще сделать. Очень дальняя зона от нас снова. Давайте сейчас высадимся. Видите примерно, где аирдроп лежит? Мне кажется, он лежит там, прямо в центре зоны лежит. Сейчас прыгаем отсюда на парашюте, летим и смотрим, как где там лучше встать. Бля, и мне кажется, нам с типами справа бы что-то сделать, потому что они будут нам очень сильно типы мешать. Типы справа будут заниматься типами, которые сзади нас. Не хочется начать с ними драку, чтобы потом кто-то на нее подсосался сзади. Все, погнали. Давай на соседнюю высоту справа, там еще посмотрим. Угу. Вижу дроп, кстати. Можно тоже взять. Что-то взорвалось у нас сзади. Нет, сзади это стрельба. Ищите местечко, где можно сховаться. Intervention, intervention. X4, там ДМРка классная, можете брать. Что за хуйня, кстати, это? ДМРка классная, можете дрон. Брать, я возьму. По нам справа. По мне ебашит, блять, не беру. Я вижу его, да, я вижу его, я вижу, да, правильная ветка, там просто очень, это самый, камень там. Бля, у меня медицины вообще нету, пацаны, и я, блять, и ДМРку не взял. Сука. А у меня одна хилка, прикинь. Вот так вот. А вот тут можно пойти купить. Погнали?
Ну надо как будто бы. Это кто-то стрелял, да, с глушителя? Это по мне. А у меня 600 баксов, нахуй. Бинтов набрал, ребят, набирайте, блять. А, взял шприцы, на все, что есть, напокупал шприцов. А, у тебя деньги были? Немного. Оставь один шприц, пожалуйста, у меня один всего. А, ну вот, ладно, по похуй. По одному шприцу взять, нормально. Окей. Эр по нам, да. На меня. Ты отступил там? Да. Занимайте нахуй это место из ханшоудауна. Каменоломню. Блять, это мэрку жалко, сука. Что? Ебать, что? Чё? Пещера. Ага. С лутом. С ума сойти, блять. Там граната есть. С этими, с приколами всякие. Ладно, возьму дробовик на всякий. Мы будем внутри лутаться этой хуйни или нет? Да я думаю, нет смысла. Если тебе что-то не хватает? Чего-то? Ну, да нет, на самом деле. Да мэрку. Позиция хорошая, можем, в принципе, смотреть, взять. Как мы бежали, закрывать потихоньку там людей. Пока да. Больше смотреть. Типа, глазеем. Так, вон там тип летит. Угу. Понял тебя. К нам уже близко, да? Не-не, вот. Ну, они бегут там, бегают точно на горе. Точная метка, прям на нем, 304 метка. Ага, вижу. Я больше типы слева меня, вот тут парят. Вот тут. Ну, вот я на них тоже высматриваю, просто на всякий случай пометил. Так, а вот сейчас тип летит в нашу сторону. Так, вот я смотрю правый у нас вот этот выход. Ага, вижу. Дам ему. Вот наверху летит, дам. Видите, да, его? Да, вижу. Ну, это далеко. Далеко очень. Это далеко от правды, факт. Да. Вот, он внизу зафлексил. Я вниз посмотрю. Отсюда, чтобы нас никто сбоку не пришел. Да, вот я так поэтому и стою здесь потихонечку. Ты тут прям красные ящики какие-то нарисованы, Outlaws Den. Ну, типа, кстати, сверху будет ДМР. У них и веселье будет наверху, потому что они между всеми сейчас находятся. Ну, не да. Только. К ним уже высаживаются, под них. Да-да, под них. И к нам у близко. Нас зона не у нас, если что, надо двигаться. Да, прямо сейчас. Да. Ой, хорошо. Да. Нормально, для нас хорошая. Отлично. Ну да, они как раз все там встретятся. О, блядь, снайпер. Похуй, хоть какая-то. Блядь, такой без. Для нас неплохая. Конечно. Может, прицел какого-то лишний есть в рюкзаке? Ну так, у меня чисто случайно. Да, X4. X4 есть, да, давай. Ты где там? Ебать, ты запасливый. Ты я вообще забрал лучший. Когда-то для кого-нибудь, и так и забыл о нем. Бля, тут еще деньги, кстати. Видимо, красные зоны дают ящики какие-то особенные. Тут не утали, да, если что. Бля, как плохо. Тысяч. О, передо мной, это бот. А, это бот. Фу, блядь, ладно. Напугал. Может, кстати, как раз бот и чел. Ой, еще кластерка. У меня уже есть одна. Кластерка, если что. А, о, армор. У кого нет армора? Экстеншн. Армор экстеншн. Да. Мы в зоне отлично. Занимаем это здание и тут живем, ребята. Так, второй наверху? Да, вот, или рядом с этим зданием. По-хорошему вообще рядом. В дом не долбиться. Под вкладочку. Перед нами, слышишь, щелкают с глушака? Да, щелкают. Это вот, мне кажется, типочек, который нас пытался закрыть. Возможно. Да, он прямо там наверху. Могу кластерку ему отправить? Попробуй. Можно. Мне кажется, рядом надо, не надо стоять. Мне кажется, одна хаешка нас закроет. Я туда отправил кластерку. Я вот, наверное, вот туда, пацаны, отошел бы, блядь, если честно, назад пока что. Ноль урона. Пять вот типов, пять живых, мы еще двое. Так ебать. А, да. Лол. Мы, и зона на нас полностью. Это у меня... А, это борт, ладно, сука, заебал он меня пугать. Говнюк. Бля. Ну чё он меня пугает? Я туда скоряка пощёлкаю, блядь. Получу удовольствие, так сказать, от жизни. Закрывается. А, на горе, центр горы, слева. От слева от большого камня. Ага. Да, вижу, ах ты, блядь. Попал. Ебать, и по мне. Да, блять. И еще раз, хорошо бьет. Да как? Учимся корякам.
О, он стоит там уже, охуевший. Или это дикой? А, это он дикой кинул, да? Вот тут да, это он дикой. Там справа, справа тип. Да, по армору, 128 по правому. Угу. Вон ебут там его. Да. И выгляни. Один остался, ласт. Бля, он застелил мой фраг, сука. Так, зона на Мишу ушла. Так этому типу нужно спускаться, он один. Что он будет делать тут? Не, я в целом спускаюсь. А я вижу его. Где он? Подожди, а что там хуй? У меня почему-то стал X8 очень близкий, как будто он... Я думаю, он там слева будет выбегать. Чё-то... Ага, детекшн граната слева. Ага. Бля, ну в восьмерку он... стрелять — это деньги на ветер, конечно. Под зоной, да? Да, вместе. Давай вместе. Давай. Акальку выпало. Сори, бро, без меня. Помоги мне. Видел его. Он с левой стороны горю. Вот кто-то бежит синенький к нему. Вот, да, я говорю, что он, скорее всего... Где моя калаш? Крутить отсюда. Вон он бежит. Он с хитом? Хитом, да. Он сот на сотку ему дал. Полечись. Хорошо, 28. Он бежит справа. Направо бежит. Ой, пизда ему. Дал ему армор, попал скоряка по нему. Селфрез? Нету, я... Бля, у меня только коряк, Миша. Да не, продайте меня, не страшно. Он за зоной бежит. Вот он, бежит. Я вижу. Как же он ебёт меня. Миша. Если можешь, помогай. Ой, бля. Это пиздец. Да блять! Он издевается горой. Ну либо уже к Мише забегает. Да тут он у меня, с моей стороны. Блять, был бы мой калаш у меня. Он меня срисовал. Да блять, ну он проебали. Меня нукнул. Ну как так, блять? Проебали. Он без брони. Так это и что дальше? Пиздец. Блять, чел просто с этими... А коряк еще вот въебало с одного не убивает. Блять, да? Вот это да, чуваки. Хае под ногами. Это я даю. Да за горой он стоит, скорее всего, где-то. Ну ГГ, блять. Пиздец, он, блять. Это такой тильт! Моментально тебе, бля, ну, да. Сказать, да, сорян, я, тут я не доиграл. Сказать нечего, блять. Да не, бро, ты не виноват. Виноват я, потому что проебал АК-альфа где-то, блять, в бесконечности. Виноват Миша, потому что он по бегущему типу не смог нормально пострелять с калаша в упор. Там все виноваты, все молодцы. В смысле? Я нормально по нему пострелял. Все, Миша, сори, ты молодец. Забей, я забей. Забудь, что я сказал, ты красава. Вратарь. Типа просто чел бежал. Нет, тильт нереальный вообще. Рукой типа двигал, и все. Ну в этом же суть. Поехали, вот сейчас нормальное будет. Не, я все, у меня... Да я уже думал, наверное, сам не заканчивать. Да давайте ультрамегалаз. Не, я да просто не, уже не хочу. У меня 15%. Ладно, чуваки, давайте. Сейчас. Ну, да, в любом случае, да, неважно, не парься, это я бы ушел в любом случае, так что заебался. Давайте, ББ. Давай, пока-пока. Спасибо пока. Большое за игру. Да, блять, вот это нахуй да. Он всегда успеет подвинуться. Кошмар, блять. Поверь мне, если бы чё, он бы просто отошел. Вы потеряли дорогостоящее оборудование, вы потеряли 510 лет. Куда проебался АК-альфа? Это, конечно, пиздец. После такого тильта надо реагировать в Manor Lords. После такого тильта надо попить кофе, блять, и поплакать в душе. Пушка упала под текстуры. Ну я хз, вообще чё она упала? Она же обычно привязывается к кобуре. Ты его дропнул, когда кидал кластерку. А, нихуя себе. Эй, это что? Ты бросила в меня чем-то? Пиздец, блять. Не в ручки просто бросили. Выбросил, когда Airstrike кидал. Просто обычно... Я покажу, блять, что я не понял.
Сейчас, пока мы здесь. Типа вот обычно ты когда держишь оружие... Не надо. Нет, ты обычно вот когда держишь оружие, да? Вот, если оно привязано. Ты, например, убираешь его... А, и вот оно упало нахуй, да? Типа нужно прям вот так вот было сделать. Оно обычно типа имеет, видишь, привязку. Рейндж привязки. И если за рейнджем, оно падает. Я об этом, видимо, не подумал. И когда целился, я такой, да похуй, оно привяжется. Достал хуйню, начал делать, а потом... А, шо, оно под текстурой лежит. Блять, там его на самом деле сокальфы так легко убивать было, блять. Просто пиздец, он бежал. Ну это, блять, из памяти теперь не выйдет нахуй никогда. Там даже с калаша, блять, по бегущему можно было попадать вот так вот в железо. Ладно, чуваки, пойду, блять, в душе плакать. Будьте здоровы, живите богато, блять. Спасибо большое, что пришли, спасибо большое, что посмотрели, спасибо большое, что поддержали. ББ.